Ну, парить за 2 кило, конечно, тяжко. Первые перья там почти не достается, только цепуха чуть. Да ебучий интернет, блядь. Вообще все не вовремя. Поворчи, поворчи. Ну как же. Это нормально все, честно. Просто все-таки интересно, где стоял Войд. Я его не доставал, и меня это беспокоит. Редвар тут? Да-да, простите. Мне еще неудобно, блин, я руку сегодня порезала. Дайте ребафы массовые и по вару, и по броду. Каски нету и пристабов. Каску по вару дайте, пристабов. Пристабов. Пуляй. Ближе к лужам станьте, а то им босса потом приходится дальше здесь. Контроль дайте возле босса. Пусть идут эти двое. Вот возле трусов двое пускай идут, не надо их отводить. Можешь Близзард, ну, отпускать. Пускай двое идут. Крест, дайте контроль. Пускай циклон идет. Можно крест отпустить. Пускай тоже заходит. СРДД гриппа одного. За боссом пускай идут. Двое.
Держи Blizzard. Пусть там сначала под боссом зайдут. Циклон. Циклон Трусыпская идут. Все, отпускай, не держи их. Пусть идет, крестик пускай идет. И тот тоже пускай идет. Пускай сейчас, ну, два моба с корней выйдут и в конце ронда. Тогда. За боссом пускай идет войт из традедного гриппа. Понял. Дай Blizzard. Все, не надо, не держи их теперь. Пускай заходят двое. Сейчас циклоны под боссом пускай заходят. 20 клонов, кайдов. Пускай идут трусы и рядом с трусами. Диспел. Диспел, порыв, дайте. По хилам. Пускай заходят оба. Отпиться немножко. 5, да. Нужно скормить сначала. Павел Гривуинер. Даю. Павел Гривуинер. 9%. Стоп, не все. Пускай будут циклоны рядом с боссом. 8. Пускай трусы идут и около босса. Нужен еще одну лужу. Да. Пускай вот еще двое зайдут. Переводите. Все, перевели нормально. Пять мобов будет. Пять мобов появляются, а Локи и Долору сразу по двоим бандами, которые у нас. В любом случае только два бана, дайте и все. Тотем стоит от огня, нет? У рейда ярость. Второй стоп-каст. У прошки стоит поставлю. Рейди стоит. Третий фир, какой стоп? Фир последний. Фир последний, понял. Третий дезарм. Монород фир у тебя, смотри. Перья пошли. Перебежали. Два бана только дайте и все. Пускай заходят у хилов.
Один у нас заходит. Идет. Еще один новый пенисто заходит нормально. В мобов встаньте. Перебегите в луну быстрее налево. Пускай заходят трусы. Отпустите крестик. Делорус, подвинься. Перья. Перебежали. Женен, подними Редвара. Ребаф по воинам дайте. Чуть правее встаньте, чуть правее. В луну встаньте, правее перейдите, перья пошли. Добиво стоим, ждем тут. Близзард по дальним. Тут два бана, дайте тут два бана, лой. Вот который сейчас появит. Этот стоп-каст, стоп-каст. У нас один. Добро. Контроли дайте. Лёха, смотри, меняешь фир. Стоп-каст. Пускай там сейчас циклон заходит. Отпускайте ромбик. Фир. Стоп-каст. Перебежали. Перебежали, перебежали. Не заслака. Стоп-каст. Пускай идут. Пусть идут оба. Стоп-каст. Попросите Долымир. Перья пошли. Есть Тиннер пошел? Пусть заходят. Перебежали. У нас 4. Контроли все раздайте возле нашего. Близзард по дальнему. Стоп-каст. Мы народ уберем. Стоп-каст. А, блядь. Да. Перья идут. Перебежали. Мы народ жжену подними. Кислая, ты мосса поднимешь. Побежали. Третий мосс. Кислая, Близзард. Перед... Да, лови, лови. Стоим, стоим. Стоп, назад. Пошлите. Кислая, пробеги там на спринтах, подними мосс. Я не где-то умираю. У нас 3. Контроли у нас дайте. Ребафы дайте. Пусть идет. Тоже пусть идет. Пускай идет ромбик, перья идут. Перебежали. Крест держите. Вот чей крест держите. Темно, купол, анонси, если что. Отпустите крест, быстрее. Перья пошли. Перебежали. Дальних сейчас откину. Купол. Давай купол. Купол давай. И отпускайте. Купол. Нормально. Перья пошли.
Пускай идет к боссу. Вот этот один там. Хилы, перья, перья, разбегай. Перебежали, перебежали, вот сюда на краеш. Тоже пускай идет. Блять. Блять, вы че? Дальше, сука. Дальше отойдите. Кто может бить, бейте. Тут хильте. Фир. Тут фир, только что перья пошли. В луну встаньте, в луну, в луну, в луну. Еще перебегаем. Перебежали. Геру дай. Фир, 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 фир. Иди контроль. Контроль дайте. Дайте дистол, пожалуйста. Пускай идет. Фир, фир. Пускай вот, пускай идет тоже. Зачем дали, блять, корни? Да давайте их просто расконтролим. Фир. Фир. Пускай идет. Перья. Перебежали. Фир. Фир. Пусть идут. Пусть идут вдвоем. Фир. Пусть идут там двое. Перья. Фир, фир. Фир, фир, не поймайте. Как появится, сразу откидываю. Откидываю дальних, жена ближних откидываю. Контроли. Фир, фир. Фир. Зеркайте уже. Фроснову какой-нибудь. Фир, фир, фир. Перья. Фир, фир. Промак тоже Близзард дай. Амир свою хуйню дай. Фир, фир, фир. Супер. Ну, молодцы. Да это потно было. Да, согласен. Третий был, да? О, плащик танковский, ух ты. Эти когти в которых спадают. Третий уже когти, да? А запы тоже в третий раз, нет? Сам да, палец да. В третий раз. Ну, запы, только кстати, плащ, наверное. КД падает. Прям кажется. Запы три раза, когти. Ну, хотя бы разные падают. Что, печеньку так не положили в него, да? Не. Мне кажется, они в робота ложить будут вторую. И на Эфкеле вторую тоже. А почему, короче, я лутаю Феникса, у меня нет так на добыче? Типа, какой у него лут? Какого... Не, на магике такое было. Что такое? Это... Резист, да. Нажми что-нибудь. Дожились. Че, серьезно, никому на мейнспек наручи не нужны были? Да. Ты так говоришь, как будто они супер охуенные. Не, ну типа некоторым классам лучше меткость крит, чем хаст крит, наверное. Блять, ты можешь кольцо или шип. Тыкни что-нибудь. А я вышел из мира. Тебе плащ танковый нужен, не нужен? Да не, пускай там... Не у всех же запы СРС есть, например. Кто там попрёт? Ну да. Кават в любом случае выше. Кават? Ну вот Кават, да. На ближайший пару шматок я буду выше любого. Или Монород, вон, типа Монород ты не будешь себе брать? А, он не заходил.
Возьмите Войда, поменяйте туда-сюда. А, тогда вы типа все там на О. А у меня мейн. А, у тебя кого-то мейн? Или у тебя ретрик мейн? У меня танк мейн. А, все окей. Я помню, в прошлый раз какая-то дрочь с этими спеками была прям лютая. Он на прошлом КД поменял. А, я понял. Я же говорю, по приору ближайшие две шмотки. Я... Все, окей. Ладно, дай пойти. А кто нарученного забрал? Валина. Кто? Валина. Я так и не услышал все равно. Валина. А, все, Полина. Глухая сова. Да ты, блядь, себе там, не знаю, куда-то подбормочешь. Разворотили дупло, сове. Как будто, блядь, хуёв рот понабрался. О, оскорбление ГМ нового, ну ладно. Я запомню, да? Нет. Опа! Ты что-то ты быстро как-то разжаловал прям. Отойду на минуту. Вопрос ебанул, что ли? Или Дарья, знак, групп лут поставьте. Самое забавное, что я говорю voice chat, а не в raid chat, ну не в guild chat. А, ну кстати говоря, твои анонсы на роботе не нужны, так что прощаемся сегодня. Понимаю. Понял, принял. Этот. Там, блядь, запороли пиздец. Коника, что за дела? Благо на последнем успели мобов слить первых, блядь. Если бы их не слили, а мелкого было бы жопа. Там со стороны хилов 3 зашло, и секунды не хватило, чтобы наши зашли 2. Там прям небольшой тайминг. Там 2 секунды, может даже доли секунды не хватило. Все равно на Ликс не дамажит. А чё, кстати, с Неликсом? Чё он сегодня молчит весь день? Ну, типа, сохраняет такое таинственное молчание. Понял? Вчера, так он теперь молчит. Ничего было его обижать. Крутые парни всегда молчат. Он ещё, наверное, в чёрной шляпе широкополой сидит за компом. А сегодня... Ага, и на железном троне, да? И в ВК ходит. И этот... Мы вейпанулись, когда там получается что, каст не сбили этому жуку. Да, надо было теневой удар у милишных жуков сбить. А потом я отошел, короче, ну когда рейд закончился. Ну, тут недалеко от компа был, там сидел. И слышал что-то в 10. Я перебью. Там Даркис пишет, что он прослакал наруч, он забрал бы нам. Че там, Войд со стула упал, что ли? Он Вага тоже сказал, так что договаривайтесь сами, потому что это уже было после дележки лута. Как решите сами там, то и будет. А, ты же Полине отдал? Ну, как бы да. Ну, Полина тогда сама. Какая-то аргумент. Сколько они стоили? Кричали тут. Прям слышно было через наушники. Короче, вагон на ретрике под никнеймом Талдарам был, точнее, мог отъехать на первом боссе из-за того, что он постоял в луже, попал под блевоту змеи, ему дал холи прист крылья, он выжил. Дайте контроль кузнецу. Отведи робота от кузнеца. Так это он ругался, что ли, за КП, за это, да? Так, короче, я когда пришел, не кушал, пойду себе покушать сделаю, пока крышу. Вот, если бы он за ГП ругался, уже оскорблять начал. Там еще пару замен на робота. Редвар жаждет слиться на замену, не одобряю. Не, Редвар там нормально. Я не могу от мобов бегать, заберите. Заберите мобов.
Ну, просто забрал, спасибо. Теперь просто танкует. Я-то танкую, а танки отлетают, блядь, они бафуют этого робота. Ну, типа, расовая разная минута. Вы видели, как я по полу бегал? Не пульте только дальше. Дайте резнуть от пиц. На Ларе по горящему полу просто бегал. Ты что, вниз упал там? Че, Лёха, богосоюзил, как обычно? Конечно. Да, там надо уточнить. Вот. Бабл нажал. Сразу надо было с этого начинать. Ничего не хочу сказать, но почему-то танчу я. Танков нету. У тебя же щит есть, вот и танчи. Я уже бегу. Лёха, слышу, курит, с балкона с нами разговаривает. Дай покурить после первого босса. Ну, у него там сердечный приступ не случился. На последнем пуле стопудово. А мы что, бамбук покурим? Да, ладно. Вы бейте, конечно, трэш, а я пойду тоже посмолю. Нормально. Это уже это... Дай вот перекор на 5 минут просто. Я бы тоже... Использование... Сейчас Леру Дженкинса покажу, будете курить все. Превышение должностных полномочий, короче. Не-не-не, смотри, вот... После моба, стоп, дамаг, идем курить. Чаёк там наливать, все дела. Ой, я поем наконец-то. Главное, стоп, дамаг, танки, танкуйте, мы пошли. Правильно, все равно я вас танковать могу, курить, я тут. А вы делайте, что хотите. Ну сейчас вот Лёха покурит, буду вдвоём с Хаватом бить одного моба. Неликс, чисто чтоб у тебя этот приступ случился на... Короче, я пошла. Смотри, просто тоже выбил. О, Кават замечен за диверсией. Сейчас рейд сдохнет. Ну ладно, пойду покурю. Я тактично пошел прятаться за сову. Перерыв продляется на 3 минуты, да? Так я понимаю. Кто хочет, тот идет курить. Кто просто сидит. Вот согрел одного попинать, чтоб скучно не было. Я бы до кухни сходил, чтоб мне скучно лучше не было. Так иди. Так. Ладно, пошел я тогда тоже. Дохиливайте. Ваши ставки.
Ротовар на этом боссе до конца пула выживет или нет? До конца убийства босса. Если только где-то в сторонке стоять будет. И не танчить босса. Ну, об него можно сверки повзрывать, в принципе. Пока все курят. Нормально. Я живот не собираюсь, всем похуй, блядь. В 30 минут все на месте должны быть. Лишь бы побыстрее съебаться. А кто из холов здесь? А кто нужен? Го-го-го. Прости, классно. Тебе надо в танки подаваться. Почта есть у кого? Да, сейчас поставлю после боя. Если... Есть. Поставили. Поставил. Здесь усилки также оставляют 150 больше. Да, 150. Что-то не пошло.
Видели видос? Не фартануло. Когда трех типов за клеткой идет. Да-да-да. Ну, не пошло, не фартануло. Пацан в кусте сначала не фартануло. Жиза. Это, по-моему, из-за шоколадки, да? Ну чё-то они там грабануют решили. Да. Ну вы чё, ёпта? Идите, пацан. Может, лучше большого бить? Не было резко. Так, чё, короче, я опять мили тотем это достану. ДК не наблюдается. А вот ДК висел доступ, видишь, что ли, ХМ? Да. Бафы кулак, да. Отстань. Видишь, я делом занят. Судя по звуку, это чай. Ну, хавать сидит. Да нет, я в почту залипаю. Какой чай, он водку разливает там. Сразу не, а шесть рюмок себе на время пула, блин. Чтоб не отвлекаться потом. Тут вот на перебежке такой хлоп. Нихера, когда он вырастает там по 330 тысяч. Вот это глупо. Думаю, кто-то продаст сопрот за 200, кидай трейд. У сова барыга своим со скидкой. Но можно было бы уже. Считай скидка, не науки, ебать, по 300 голды. Вообще что происходит? Ну, для своих надо в два раза дешевле, значит. 50 голды не туда. Жена, ну, больше нету. Жены оно не понадобится. Это как то, что поинтересно, что ли? А на кого ты его поменял? А на Ханта? На Ханта. Я увидел, увидел. Чтоб док на пол. Не, ну так. Блядь, и на РБР такое. У нас 4 СС, один по мне, один по Кавату, один по Войду, один по Монороту. Не в Хила? Нет. Ты в Сове. Ты в Сове и получается кислый в танке.
кислый в танке. И Энджи заходит тоже в танке. Купол нужен будет, нет? Конечно, нужен. Лишнее уменьшение урона. Да. 6 танков? Ну да. Ты мне скажи, кто на боссе? В смысле, на боссе я, Монород, Войд, Калат. Кисло с Энджи ловят сверки. По хилам все так же? По хилам Шторм плюс пятая группа. А может Шторма все-таки в пятую группу, а Моцу в лома не сядет? Зальем Минера. Три рестар шамана, один все равно будет проседать. Ничего ну сказать. Проще трех шаманов, они будут друг друга саппортить, а друиды у Шинра тогда забивают. Типа я буду просто Моссин разливать и все, а они там сами на своих тотемах будут. Ну пускай, давай так, да. Войд. Сумма там, давайте, раздавайте. Так, чарку захуяри, да? Как на прошлой неделе, сначала ты, потом Кават, потом Монород, потом Войд, да? Да. Ну там уже в зависимости от агро. Угу. От тайной магии, да? Да, тайная. Элмрик тоже перечаривается. Даю проверку на бафы на пол. Подожди. Стой, а кто тут друид Энджи суммонит его? Да. Да, он на медведе будет. 150 у силков хп не забываем. И слабика засуммонит. Забей меня. А чё сопротив такие дорогие ксаналы? А у меня лес твой разумный. Травы почти. А, побанили же типа этих. Барнет. Ботов. Травы почти нету. Дома все сидят и фармят траву. И не продают, да? Оставляют себе. Ну, я, допустим, сегодня фармила. А, и холипал у нас, да, поменялся? Я себе нафармил. Ну, холипал тогда еще нужно самому. Объясните вкратце, как его сферы водить. Там не водить их, там их просто надо взрывать. Короче, сразу бахать, да. Твоя сферка вот здесь. Так короче, появляется... Блять. Видишь звездочку, да? Да-да. Вот, короче, сверка вот здесь появляется. Ты в нее врезаешься, она сразу ломается. Сразу же. Да, сразу же. И потом в рейд смещаешься, чтобы тебя подхилили. Да. Прыгаешь кота, подбегаешь к рейду. Тебя хилит рейд, и потом бежишь. Вот сюда. Кислый так уже знает. А, второй кислый будет, окей. Ловить, да? Да, этот, если будешь с левой стороны, плюс посередине, короче. Если ты тогда, ну, с интервалом вторую бахай, чтоб там, ну, группа. А Энджи, а ты сразу, вот она появляется, вот прям там, да. Прям сразу же. Да понял. Под прожимкой. Кулака нет у тебя, Энджи? Вот тут. Нет, ну, да, с какой там этот тайминг появления у них? Да, на тысячи то. Лёха, можно Войда из рейда убрать, нет? Или его куда-нибудь, блин. Кисло, он будет первый ловить. Ну это Кваги, Ваг, убить Войда. Он будет ловить первый, и по нему меньше будет урона проходить. Прекрасно, убери его. Вага здесь? Чё с Вагой? Ходу и нет. Ну бесполезный, ну. А где холипал? Холипал здесь, мало ты красив. Ставьте шкаф, его нету в инсте. Это свечка. Здесь его нету. Насколько я вижу. А Розария ему идти нужно было или что? Нет, он на твине. Короче, так. Розария обратно заходи. А зачем ты поменял? Хотел посмотреть. Ага.
Сейчас бы Бока ХМ просто посмотреть. Я просто смотреть. Варха здесь, нет? Короче, вместо Ваги заходит тогда жена. Че, вон, давай возьмем пиво, пусть тоже просто посмотрит. Или кого еще можно? Нолдозар. Не, не жена Н. Так, у кого там? Шторм. Не, не Шторм. Или Шторм. А Редвар чего? Или вы его из-за грани хотите брать? Проще взять Настю, а Шторма, наверное, в Лему. Ну, я заграю еще, проблемы с Агром. Так, я думаю пока что. Ну, возьми еще одну рогу. Еще один напомню. Ой, можешь зайти на ДК и его использую. Из танка спекнуть в ДД? Это, Леха, сейчас кикни его ДК. Все, я кикну. Неликс, смотри, выровнялись группы. Все, этот, рыбу ставлю, короче. А Неликс так и не включал, да? Ну что, кошмарим Неликса за талант, да? Конечно. Не очкуйте. На Неликса в дилку дал. На шкаф тыкнуть, ну, на сумон, то есть. Проблема, что... То, что есть Неликс, что его нет, разница. Кстати, тихо, по наполам. Первый напол на меня даете. Второй напол даете на ковато. То есть первый отдали, откатился напол. Следующий напол даете по ковато. Дальше Монород, дальше Войд. Слобик, жена, он готова. Жужа, давай смойся. Все, дайте рибав по друидам. Обновите, то есть. О, нахуя. Ну-ка прыгни в форму мишки, Энги. Да он не тут. Как ты его сказал, Энги? Там 40 тысяч на ночь урон. А кто как читает? А чё у Слобика 36, у меня 43? Не знаю, спроси у него почему. Слобик, чё у тебя? Ну, сдохнет, блядь. Бибал готов? Да. Премки нету. Всё, все готовы, ставим. Нет, точно, премки нету. Я смотрю, у некоторых по 30 даже. Стой фастом, Зелок. Смотрите, отъедете, блядь, пойдете все усилки в хп захуярить. Да, мне вот мне не хватит, типа прямо нет, меня убьет. Сейчас. Я голосовал еще до Лара. Киса, сними АФК. Там же до выхода, ну, в этот, нужно прям полностью, да, выйти. Да, с аккаунта. У нас времени мало. Нам еще, блядь, этого босса убить надо. Причем на крополях будем убивать. А кислая фукач, что ли, у него отсутствует? Что танки будут жить, убьем. Ну, если танки будут жить, да? Я не хочу 10 стаков ловить. Кислый, включи онлайн. Ну, вы по сколько стаков держите? На второй фазе как можно быстрее, чтоб переехать. Тут их атак. Даю проверку последнюю. Танки, которые на второй фазе будут танчить, после того, как на вас переключится, сразу стопайте дамаг и не бейте вообще. Окей, okay, я знаю. Все, все здесь, все готовы, пуля. У магов вообще по тридцатке. Ну там маги, блядь. Так сказал, как будто они типа, ну такие, короче, обиженные. Но это маги. Сопрот выпить не забудьте. Да, про сопрот и не забываем. Сейчас уже на пол наковат. Ката же должен забирать потихо и грусть. Вс,
больше что не бью. Кого останется там с левой стороны, что зачем не развернулся? Чё там, Тагро? Крадусь. А мне и побежал. Все нормально. Сверху по всеми там не забудь. Прохил. Монород крадите. Монород крадите там, пускай это. Анкил. Монород забрал. Нормально, пускай танчит. Хилься, монород. Хилься, не тянется так? У меня 10 секунд отбрасываю. Ну как раз, бей точно. На меня может напугивать по тихой русски. Монород, готовься бежать. Дайте там... Фаза, сейф. Беги. Иди его обратно. Бой, беги. Беги, хилов нет. Вы далеко. Прохить его. Чё, я далеко по агрону? Да стой, куда ты побежал? Ты следующий. Нахера ты аж туда ведёшь? Войт, стопни и не бей. Смотрите, блядь, стань. Стопнул. Я второй? Сейчас да, заберёшь. Ты первый сейчас заберёшь. Нормально. Сальва есть на следующий удар, если будет у кого-то из пала? Да есть, забей. Да запили мне сейчас. Вот. Ага. Я отдал Сальва. Я второй. Бежал. Нет, надо пока не строим, я надо... Ага, понял. Я фазу отстаю, тогда ты должен сорвать. Кто следующий? Я. Да, ну ладно. Ковад, говоришь, там догонять косарь. Он не догонит. Ты стоп не нажимай, стоп не на всякий случай. Монород. Сару поседал. Да не надо было. Родноват. Догнал. Все, забрал. Нет такого понятия рано. Монород набивай. Монород на пол. 3 секунды. Фаза бьет. Владе. Сейчас скоро на монороте будет. Хорошо. На меня монород должен сейчас забрать. Я не бью монетов. Все, забрал. Сейчас на меня на пол можете делать. Или Войт может сорвать. Могу, могу. Сейчас монород немного потанчит. Потом. Анкел, скинь, если есть. Вот эту сферу из босса летит. Не хлопни. Сверху, блядь. Не смотри. Сука, нахуя вы на сферу смотрите, блядь. Нахуя вы, блядь, на сферу набираете, долбоебы. Что по-другому не смотришь, блядь. Не успели среагировать. Да в смысле, блядь? Бегут прямо на сферу, блядь. Не, они не успели среагировать, они уже не успели бы отбежать.
Может, когда перезарядка посередине, надо сначала разбивать посередине где-нибудь. Да, 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 да. Не успею, типа... блядь, понимаешь? Не знаешь, какой он бежит. Нет, сначала типа посередине, но не боковой. Да ладно, сверка, упали. Сверка летит конкретного человека, блядь. А бежать сверху не так уже трудно. Да дело-то не в человеке, дело в том, что любой ее может взорвать. Да в смысле любой? Как он, блядь, любой, если можно отбежать? Вот сейчас вот врезался кто-то и все. Весь рейд в смысле, бежал. Блядь, взял и побежал, блядь. Лёха, ты про чё? Про сферу. Сферу, блядь, ебались. Они нахуя было сферу? Они смотрят же стаки, нахуй. Это заранее надо говорить. Вот босс побежал к центральной, смотри, две боковые взорвали. Стаки, два стака, потому что третий стак вайп рейда. Ну потому что 200%, 300% вайп рейда. Причем, блядь, тут стаки. Рейд взрывает, блядь, сферу или что? Сферу взрывает кислый. Только кислый решает, когда ее взорвать, блядь. Блядь, а как он взорвет, если рейд уже бежит к ней за боссом? Никак не взорвет. Так бежать надо не на сферу, а в бок от сферы. Ну вот это теперь рейд, наверное, понял, да? После этой хуйни. Сейчас тут ничего нельзя было сделать. Тот на ком сфера, блядь, от нее, чтобы я успел добежать. А весь остальной рейд просто оббегает сферу. И... Тут на ком сфера просто вместе остался, на, там немножко на время. И все. А рейд не сообразил, потому что люди на стаке не смотрят возле категории своей. Ну, блядь, на большую летящую сферу можно обратить внимание. Там yes. Дело не в стаках, там ДДшники побежали под Enjoy, чтобы иди в жопу. Вот и все. Да там, даже если бы рейд побежал бочком, все равно близко было бы от рейда взорвана она. Там можно. Да блять, на ком бы этот луч идет, сфера ушла бы от рейда в сторону. Да блять, вам просто не надо. Ебучую сферу садить, блядь, летит одна ебучая сверка, как натиск, блядь, на джайне. И вам что, сложно отойти от нее? Вы, блядь, не знаю, долбитесь, или у вас камера, блядь, не отдалена. Но, блядь, она видна, блядь, явно и далеко видно. Поехали, даю проверку. Эти танки, которые справа-слева стоят, вы за этой хуйней смотрите, он кислый. Санойся, если что, то я, блядь, поздно. Дайте кулак. Кулаков нет, не на ком. МП-5 не надо бафать. Розариан. Кулак. Кулаков. А, все есть. Еще раз даю проверку. Поехали. Блядь, босс простой, просто, блядь, на таких моментах тупить. Ревностно ушел, забирай босс. Похил. Измерить просаживается боль. Нихера себе. Килл, где премиум, блин? Миша, мне еще до крыльев. Взрывай. Геру, да? Бэрион, Килл. Монород, давай, ревностно. Свет, Монород. Килл, бэрить? Да, бэрить. Забрал. Баф, только ему дайте все, то снова даже.
Лёх, бей, или Войд, бейте. Монород стопнет, не бил, вообще. Войд следующий. Локи, скиньте, если есть. Все трое. Даркис, Локи, Делорус. 8 секунд. 2 секунды. Ты уже дал. Чё, Войд заберёт? Давай, Войд. 3 забирай. Только в центре. Войд, разворачивай. Куда ты тащишь? Пускай стоит на месте. Стоп. Следующий я должен быть. Ой, не бей вообще. Стоп. Ты должен сразу стопнуть, когда забер. Я стопну сразу. Сильно много агра там типа набирать. Зальвуны меня ибо не. А, ну ладно. Можно... Монород на тебе. Бэрис? Я с камень был. Монород у Сальву закинул. Лёха, сейчас ты заберешь. Это будет очень хорошо. На тебе, Лёх. Все, вижу. Набивая агро. Нифигается. Под конец фазы ты должен набрать. Стоп, мне там монород идет. И я. Все, я спасно. Сильно набрал мне. Если есть сальвы на себя. Кинул сальву по себе. Я второй. Кого-то. Ну, это мне, если сейчас кинуть, нечего. 2 секунды. Фаза. Где? В середине. Монород уже? Да, стопнул монород, давай. Да, следующий монород. Монород забрался. Народ ахира. Следующий я. Сальва есть, если что. Я должен забрать, когда на перефазу пойдет. Ну, на перефазе уже будет. Аккуратно, там сфера перед боссом. Иди сюда. 3 секунды. Две. Ушли от сферы. Подождите. Все, хлопайте. Просел. Лёха, сейчас на тебе будет. Бенжи, Монород и БР, бегом. Просел. Блядь, ну серьезно, где мой народ просел? Следующий шкала. Стоп, не Лёх, начал набивать. Блин, давай. Народ лежит. Монород, Энджи, подними, прохильте его. Все, подним. Лёх, 20 секунд продержись, так и скинуться. На следующий каст дам блайн. Да. КД. 10 секунд. Фаза. Стоп, не Лёх. Вторая фаза. Сальву по себе это есть. Я ему дам сейчас. Ты
быстрее бегите, быстрее. Хиль. Докастовывайте. Вообще легкий бей. Я не бью. Я сагу по себе даю, короче. Крапалил, держу. Добро. Нормально. Всё, вторая фаза. Лёг, набивай. Я набиваю. А, Войд подкрадывается тоже. Ну, набивай тоже. Да Лару скинь, Алекс. Я не могу пока АКД. Бля. Вы сразу две сферы не лопайте одновременно. Мы же закинем. Робот к стене любит. Я один свой слил. Скинуть есть дело? Нету КД, я стрю не бил. Надо поднимать КД. А, блять, я встаю полностью. Встаю. На Войде. Войда хилим. Слобика поднял. Стопнул. Лёха догоняй. Войда, блять, хил. Нелекс. Дело, Рус. Лёх, на тебя. Да, блядь. Да уступай, блядь. Всё уже, да. Так чё, Неликс, Войд если упал? Ну, Войд упал, блядь, следующий ты по агро, не я, блядь. Вот и вайп. Так почему ранили Войда? А не при чём тут Неликс агро? Почему у тебя таланта нету? А нахрена мне талант? Чтобы агро не было. А чё, правда, блядь? Что ли? Блять, вы должны быть по агро после второго танка, блять. Понимаешь, Лёха? Четыре танка что? Должны быть спереди. Да при чем тут это, блять? Даже если его уронили. Даже если, блять, его уронили. Следующий по агро должен быть я, блять. Чтобы рейд не бать. Пускай идет талант и перекидывает. На замену посади меня и все. Да это, да не ругайтесь, блять, чё вы. Танки, которые бахают. Сферы, не бафуйте, пожалуйста, одновременно, мы должны поднять... Короче, народ, блядь, идем, сука, кто подох, усилки в хп еще больше бросаем. С каждым, не блядь, процентажем, с каждым процентажем, блядь, оно будет еще хуже на второй фазе. С каждой, блядь, вот вторая фаза как начнется, по чуть-чуть, оно все хуже будет становиться. Нужно взрывать, не сразу взрывать, если жди, пока рейд поднимут секунды две, после этого взрывай. Если вы сдохли в начале этого, блядь, если вы сдохли в начале второй фазы от взрыва двух, то, блядь, в конце это 100% вы сдохнете, даже не в конце, а раньше. Просто лучше усилков побольше закиньте, у кого премиум не пришел там, или релогнитесь. Потому что вы сдохнете, и ДПСа вообще не будет. Я не знаю, Нелли, в чем проблема поменять таланты на это?